Знаете, у меня очень много было вариантов работать за границей, и было очень много интересных предложений. Но я безумно люблю, вот честно, искренне люблю свою страну и люблю здесь работать. И вот на сегодняшний день и час я, конечно, безумно переживаю, что было, что есть, но мне очень нравится то, что происходит. У меня такое ощущение, интуиция, что здесь есть очень хорошее, глубокое, интересное будущее. Надо просто проявить мозги и работать. А те, кто уже как бы пытаются работать, пытаются что-то делать, они потихоньку отметаются. Все равно это сито пройдет, и мы выйдем на хороший путь. Я в это верю, потому что у меня ребенок, и я очень хочу, чтобы она была счастлива именно здесь.